вылетело некое слово. Мне начали спамить всем чатом по поводу этого. Я отреагировал, написал модераторам, выкатил пост с извинением. Ну, админ Твича решали и решили, нахуй я нужен на этой площадке. Шанса разблокировки нет. Ну, я, конечно же, найму адвоката, буду писать на зарубежные платформы, такие как Twitter, Reddit. Не думал я, что так все закончится под Новый год, такой подарок. Команда модерации связалась с нами, чтобы поставить нас в известность о нарушении, недавно происходящем в ходе вашей трансляции. Речь идет об использовании оскорбительных обращений во время трансляции. Меня проинформировали, что данное нарушение приведет к перманентной блокировке канала завтра, во вторник, и разрыву партнерской программы по совокупности предыдущих нарушений. Информация о предоставлении блокировки не может разлагаться до самой блокировки. Блокировка должна была быть в 6 вечера, и я бы даже не провел свой прощальный стрим. Поэтому похуй на правила. Чё минус Вавилон? Чё? Чё? Что случилось? Вавилона забанили. А чё он сделал? Пиздите. Не, мне писали что-то там. Насчёт Вавилона я не увидел, я только увидел гневный комментарий. Не пишите сюда про Вавилона, всем похуй на него. Я так понял, что-то там писали. Пиздят. Пиздец. Завтра в 6 вечера банят. Ну хуёво, хули, блядь. Ну, думаю, решат эту проблему. Даже если говорят, что перманентно, в любом случае из некоторых перманентных можно вылезти. Вадю. Вадю? Ну. Луфи! Луфи нельзя! Когда банят, так и разбанят. Ну. Надеюсь. Разрыв контракта с Твичом. Возможно, он, это из-за того, что он, скорее всего, будет делать подушку для того, чтобы стримить на Ютубе. ХЗ. Как говорится, из моих уст. Вылетело некое слово. Мне начали спамить всем чатом по поводу этого. Я отреагировал, написал модераторам, выкатил пост с извинением. Админ Твича решали и решили, нахуй я нужен на этой площадке. Шанса разблокировки нет. Тихо. Шанса разблокировки нет. Ну, я, конечно же, найму адвоката. Буду писать на зарубежные платформы. Пизда! Охуеть. Так это все? А типа, как? Жалко Ваде пиздец? Да, я согласен, то, что Ваде очень сильно жалко, но, блядь, понимаете, то, что, ну, это, ну, типа, это не конец. Вадя разъебет нахуй просто YouTube, просто в пизду его разъебет, просто в жопу. Потому что Вадя красава, у него реально откроется много возможностей, которые, типа, можно воплотить на YouTube. Ну, по сути, ну, реально, типа, вот я, вот серьезно, вот самое обидное, вот то, что Вадя говорил, да, то, что вот, когда тебя банят перманентом, ты даже не можешь просто зайти к другу на стрим и просто посидеть, поразговаривать нельзя, потому что ты в бане. Это все, ты просто от Twitch вообще всего. Все, ты типа, КГ. Я не понимаю, в чем, ну, блин, почему так сделали? Вот почему просто нельзя там, ну, допустим, ну, блядь, хотя бы просто зайти, пообщаться. Как вы будете поддерживать Вадю? Блядь, мы будем его 100% поддерживать. Пацаны, покидайте ссылку, пожалуйста, на YouTube канал Вади, пожалуйста, поддержите ребят, кто не зафоловился. Прям пиздец, буду благодарен, ребят. А я очень расстроен, очень. Потому что, ну, это печально. Но, с одной стороны, я расстроен, а с другой стороны, я понимаю, что это, типа, вот сейчас это сложно объяснить. Вот, надо переступить дерьмо, типа. Переступить в плане того, что, типа, если сейчас все заебись переступить, то все, вот, Вадя разъебет на YouTube. Вот, только переступить надо, понимаете? Просто переступить.
Давайте посмотрим с другой стороны. Сейчас Вадя запускает на Ютубе, допустим, да? Начинается разъеб какой-то, плюс новый контент. Давайте будем со стороны контента смотреть. Плюс новый контент, потому что правила-то уже немножко поширнее. И пошла ёбка Ютуба. Онлайн по 100 тысяч минимум, блядь. Минимум по 100 тысяч минимум. Тренды первое место. И разъеб every day, every night. Все, вопрос закрыт. Ну что, ребят, я думаю, вы уже знаете новость про Вадю. Это, конечно, пиздец. Но важно, чтобы типа вы понимали, что это не конец. То есть это начало нового жизненного пути, пацаны. Мы вам еще много всякой хуйни навытворим, поверьте на слово. Сейчас посмотрю. Я же в телеге даже написал, что может быть оно и к лучшему еще, знаете. Слово это всего лишь набор букв, важно какой посыл и смысл вкладывается. Вадя, ну вот я про это и говорю. Я про это, Яна, говорю, спасибо за 100. Про это я и говорю, вот. Что тут нужна определенная гибкость. Так вот, может быть оно и к лучшему, знаете. Разъебет YouTube, а там аудитории все-таки больше. Поэтому, как бы я уверен, что будет все норм. Вот. А потом, когда Twitch уже его разбанит, ему уже, возможно, это и нафиг не нужно будет, потому что он будет YouTube качать. Вот и все. У Вади столько возможностей. Да, конечно, не. Так, ребят, я говорю, что есть. И поэтому Вадя, наверное, ну не настолько сильно в тильте, да, что он понимает это. Это реально на YouTube возможностей больше, меньше. Меньше ограничений. Какая мне нахуй разница, что его забанили, блядь? Мне похуй. Я сижу, блядь, на своей планете. И мне поебать, блядь. Забанили его, блядь. Не забанили. Мне похую, блядь. Похуй. Абсолютно, блядь. Похуй, блядь, забанили, не забанили, хоть это, блядь, Евелон, хоть это Братишин, хоть это Бузя, мне похую нахуй, мне поебать реально, я его смотрел и видел один раз в жизни, блядь, какую-то нарезку посмотрел, все, я о его существовании практически не знаю, я могу только подозревать нахуй, какая мне разница, блядь, что его забанили, нахуй вы мне это пишете, ебаный нахуй. Насрал!